Его слушали стоя. Актер театра и кино Василий Лановой рассказал казанцам о своей жизни и творчестве в театре и кино. Блестящих ролей не счесть, одна ярче другой. Красавец Вронский Ваня Каренина и благородный Артур Грей в фильме «Алые паруса». На чем сейчас работает артист, узнал Наталья Белкина. Василия Ланового знает по ролям Анатолия Кулагина из фильма «Война и мир» и Алексея Вронского, возлюбленного Анны Карениной. И даже спустя 40 лет он все еще на сцене, играет в театре, выступает на литературных вечерах, где читает произведения Пушкина, Жуковского, Толстого. Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день встала в 8 часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Хлопотавшая за всех, она отстала и еще сидела перед зеркалом, накинутым на худенькие плечи пеньюаре. В начале встречи показали кадры из знаменитых фильмов, где актер играл главные роли. А после Василий Лановой рассуждал об искусстве, рассказывал о своей жизни и карьере. Зрители встретили его очень тепло, аплодисменты и смех не смолкали весь вечер. В финале рассказы о Великой Отечественной войне и песни. Зрители слушали их стоя. Наталья Белкина, Айрат Каюма, «Вести Татарстан».